Разрушающийся фасад 91-й школы опасности для учеников не представляет. К таким выводам пришли специалисты городского департамента образования. Напомним, в нашу редакцию обратились родители детей, которые посещают это учебное заведение. Люди жаловались, что просто боятся за своих чад. С карниза на голову им сыпятся куски штукатурки. Территория была огорожена лентой, но дети спокойно могли за нее зайти. Как пояснили чиновники, фасад действительно требует ремонта, на что необходимо 180 тысяч рублей. Но в бюджете таких денег не нашлось. Возможно, проблему будут решать в следующем году, опять же, если средства найдут.